В Институте управления экономики и финансов Казанского университета состоялась конференция трудового коллектива. В рамках конференции с отчетом о деятельности и перспективах развития института выступила Наиля Багаудинова, директор Института управления экономики и финансов. Она отметила, что институт представлен в трех предметных рейтингах. Это бизнес и менеджмент стадис, экономика и эконометрикс, бизнес и экономикс. И мы не присутствуем в аккаунтинг и финанс, но очень амбициозная кафедра бухучета и вообще финансовый блок считает, что все-таки мы должны в 2022-2023 году проявиться в этом предметном рейтинге. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров также отметил, что отчет и дорожная карта должны проверяться не только специалистами вуза. Должно стать сейчас за правило, чтобы сторонние эксперты тоже дали оценку, насколько все, что мы собираемся делать, будет востребовано и завтра, послезавтра, поскольку подготовка специалистов все-таки это не одного дня проект с одной стороны, и насколько быстро мы адаптируемся к нашим изменениям в жизни, да, и как быстро мы готовим специалистов для решения тех или иных как внутристрановых вызовов, так и глобальных вызовов. В ходе мероприятия был избран новый состав ученого совета Института управления экономики и финансов Казанского университета в количестве 41 человека. А также состоялась торжественная церемония награждения особо отличившихся сотрудников института. Ильшат Гафуров вручил им ведомственные награды Министерства образования и науки Республики Татарстан. Кристина Надыршина, Фарид Захитаглы, Универньюз.